Задача. Для обеззараживания складов, погребов, теплиц и парников можно применить окуривание сернистым газом оксидом серы 4. В обрабатываемом помещении поджигают серу и выдерживают его закрытым в течение 2 суток. Какое количество серы надо сжечь для обработки погреба размером 2 на 3 метра, высотой 2 метра, если рекомендуемая концентрация этого фумиганта 1 к 30, 1 объем сернистого газа на 30 объемов воздуха? Ответ. 527 грамм. Подробный алгоритм решения данной задачи вы можете получить, написав в комментариях к данному видео фразу «Ищу алгоритм».